Имена Сиринай Сарикая, Умута Эвергена и Чаатая Лусоя вновь на страницах турецкой прессы. Какие же сенсации приготовили для читателей турецкие таблоиды и насколько им можно доверять? Некоторое время назад в турецких СМИ бурно обсуждался вопрос, встречается ли Сиринай Сарыкая с известным ресторатором и начинающим режиссером Умутом Эвергеном. Напомним, что Умут уже был возлюбленным Тубы Бюйкюстун и Мелисы Шинансун, так что новость о его новой победе особого удивления не вызвала. Впрочем, вскоре Сиринай лично опровергла информацию и вроде бы шум утих, но, как оказалось, ненадолго. Как сообщил один из папарацци, Умут лично признался ему, что встречается с Сиринай. Затем эту новость подтвердила и известная журналистка Берсен Алтунташ. Она утверждает, что ресторатор не хочет оставлять возлюбленную надолго. На выходные он съездил в Адану, где пара отдыхала в клубе «Джоли Джокер», куда приехал с выступлением певец Серкан Кая. Влюбленные мило проводили время под романтические песни, звучавшие со сцены. Съемки сериала «Шахмаран», в котором Сиринай Сарыкая исполняет главную роль, продолжаются в Адане уже месяц. Однако вся эта история была бы неполной, если бы на свет в очередной раз не вытащили имя суперзвезды. Разумеется, речь идет о Чаатае Лусое. На этот раз журналист таблоида «Таквим» задается вопросом. Уж не мстит ли Умут Эверген Чаатаю за то, что он якобы украл его сценарий в фильме «Бумажные жизни» тем, что встречается с его бывшей возлюбленной. Отметим, что в фильме Эвергена и Чаатая все посмотрели, сходства не нашли, сами участники этого водевиля много лет отрицали, что когда-то встречались. Но прессу такие мелочи просто не волнуют. Эверген подкинул им пищу для сплетен, и поскольку сам он не очень интересен, так как является всего лишь режиссером неудачных фильмов, которые проваливаются один за другим, то без Чаатая новость никак не продать. По слухам, прямо сейчас Сиринай ведет переговоры на участие в телевизионном сериале, который должен выйти в эфир в следующем году. Турецкие журналисты задаются вопросом, уж не попытка ли это привлечь внимание и напомнить о себе таким незатейливым способом, а заодно и набить цену. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.